Вы уж простите, что я продолжаю свой влог опять с автомобиля, да еще и с таким плохим освещением, но на улице уже темно, я включила этот свет в автомобиле. Вот. Сегодня воскресенье, а воскресенье у нас всегда семейный день. И можно было поснимать, потому что сегодня было очень здорово. Демка, правда, болеет, и мы не пошли на улицу, хотя была очень классная погода. Я позвонила врачу, говорю, можно мы пойдем на улицу? Он говорит, нет, вы на антибиотиках, поэтому посидите пока дома. Поэтому мы посидели дома, поигрались. Когда Демка уснул, мы с мужем поехали, ну, то есть Нику оставили дома с малым, все, она уже взрослая, остается сама дома. С Демой редко, конечно, но бывает. Вот, и мы с мужем поехали в Ашан, хотели купить там столик со стульчиками, говорят, что за 330 гривен, по-моему, можно купить, но в Ашане в проспекте такого не было, мы кое-что купили для Нового года, пообедали там в салатерии, пообщались и поехали обратно домой. Вот, у мужа были свои планы, но планы у него поменялись, он остался дома с детворой, а я еду сейчас на концерт с подругой. Меня пригласила подруга на симфонический оркестр, то есть на концерт, и я еду. Очень как-то рада, что у меня каждый вот вчера, сегодня какие-то дни просто какие-то развлекательные. Поэтому я сейчас не заканчиваю влог, я вам покажу, что будет на концерте, покажу, с кем я иду, вот. В общем, покажу то, что будет, не знаю, что там будет. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, и вот такой вот влог у меня развлекательный. Вот с кем я. Мы на месте. Уже пофоткали, сейчас буду выкладывать в Инстаграм. Маришка красотка, я вам потом покажу ее. Даже нахваливаем друг друга. Я ее, она меня. У нее шикарная юбка, и какой у нее боль с открытой спиной. Короче, я вам потом покажу. Я такая, она спиной повернулась, я такая, нифига себе. Очень круто. Ну, не зря же. Очень стильная девочка. Кабанчиком рулят. Кабанчиком. Вот так. Я постоянно хочу вас называть кабанчиком. Оно так и есть. Правильно. Да, оно так и есть. Как раз так меня называют. И кабанчики, и кабанчиком, и кабанчи, и кабанчик. Просто, знаешь, кабанчиком, ну кабанчиком, но хочется отметить именно в конце ком. То есть кабанчик, точка ком. Да, и я, получается, всегда на кабанчик, потом тормоз, потом ком. Чего так вот, ладно, включусь попозже. Штраус – это Карл Михаил Цира, он был наследником Штрауса, был последний директор музыки у Венский бал. Девочка, хочу да. Снять ее прекрасный гольф. Покупался в Харькове, не в Киеве, да? Ну, вот, идея да. Классная, смотрите. Видите? Офигеть, как бы гольф, вроде бы. Видите, какая шикарная вещь. То есть гольф, отличный гольф, вот просто да. Гольф, но с такой вообще с такой изюминкой. Ты прям моими словами говоришь. И смотрите, какая юбка. В общем, короче, в тренде. Мариша, как всегда. Это, правда, не совсем наша, ну ладно. А, кстати, откуда юбка? Zara. Ну, я так и подумала, если честно. Не такие, конечно. А какие, кстати? Оверсайз, бежевые, очень крутые, серые. Они будут, ну, такие, как вязаные, или будут больше? Они будут вязаные, да, очень приятные к телу. Я вас приглашаю всех к нам в магазин. Анюта, тебя тоже. Спасибо. Я сейчас уроню камеру, потому что я в шоке.
Не, серьезно, почему хотела закрыть канал? Потому что у меня, вот, девочки, что вы мне скажете? У меня какое-то ощущение, что я... Чужо, мне не нравится, мне не нравлюсь я, мне кажется, что я стою на месте, мне хочется какое-то развитие, у меня его нету. Чего ты такие глаза сделал, если бы вы видели, какие там глаза были? Мне хочется расти, а я стою на месте. Но у меня такое ощущение. То есть, Аня, ты меня сейчас просто я в шоке. А знаешь, зачем? Объясню. Вот мне ощущение, что я как снимала изначально. Нет, ты вообще другая. Ты вообще другая. А мне кажется, я такая же. Нет, ты не такая же. Это не мне. Посмотри свои прошлые видео, первые. Не, понятно, что на внешность, может, я и поменялась, но мне кажется, формат видео у меня не изменился. А можно я сейчас выключу? Извините, девочки. И там ей это. Кое-что ей расскажу, простите, пожалуйста. Помните, я вам рассказывала про самый новогодний обмен? Мы блогерами обмениваемся посылками. Я не знаю, кто пришлет мне, но я знаю, кому отправляю я. И вот, смотрите, что у нас тут творится. Кошка нам помогает. Тут было много бумаги. И мы сейчас с Доминикой заворачивали подарки. Вот. Я сейчас покажу, что я буду класть в коробку с посылкой. Но не буду рассказывать, что именно здесь, для того, чтобы моя одариваемая не догадалась, ну, то есть, что это ей. И вообще, чтобы никто не догадался, кому подарок. Поэтому все упаковано, и вы сможете уже посмотреть. Я оставлю ссылочку, когда она получит, когда она начнет распаковывать, то есть выложит видео, и я сброшу вам ссылочку. Но все видео, то есть нас около 30 человек, вы сможете найти по хэштегу «Самый новогодний обмен». Вот, и я вам сейчас буду показывать, что же я кладу. Здесь будет для папы, и здесь будет бутылка, но мы ее еще не купили, алкоголя, поэтому она будет лежать вот тут вот на дне. После, наверное, я положу вот этот вот подарочек, тоже не скажу, что здесь. Потом будет... блокнот. Блокнот этот был сделан специально для этой девочки. Вот прям специально под нее, ну, в общем, я заказывала. И внутри там тоже есть надпись, что это от меня ей. Вот, я думаю, ей будет приятно. Дальше. Здесь для ребенка. Так. Здесь тоже... И вы сами можете подумать, сколько детей, то есть один ребенок, или два, или три, или может быть больше. Это самому блогеру. Это тоже для ребенка, по-моему, да, точно для ребенка, уже забыла. Вот, поэтому думайте, один ребенок или несколько. Также такая, наверное, подсказка, ну не факт. Это имбирные пряники, вот елочка и снеговичок. Да, Николь? Да. Да, да. Ника смотрит, думает, мне бы погрызть. Также леденцы, вот такие вот. И для мамы я еще не дособирала, будет еще косметика. Это я вам показываю так побыстрее, потому что потом, думаю, запакую и могу забыть. Вот, косметика, это маленький такой бьюти-блендер черного цвета. Ну, только это не фирма бьюти-блендер, а под него. Это кулон, такой очень-очень симпатичный. Мне нравится. Вот. Что еще? У них есть автомобиль, поэтому я на всякий случай ложу такую вот наклеечку, что в машине ребенок. Мыло. Я специально кладу это мыло, потому что оно безумно пахнет, и это мыло я время от времени, ну, покупаю довольно часто по Невалевска. Оно напоминает мне, ну вот, оно, во-первых, парфюмированное, напоминает мне детство. Мне захотелось моей одариваемой подарить. И сейчас я всю посылку еще забросаю... Серпантином! Да, точно. У меня тут его очень-очень много. Он разноцветный. Мы сейчас с Никой будем
посылку, в общем, собирать. А потом то, что я не дособирала, я доложу. Поэтому вот такая вот у меня получилась посылка. И, скорее всего, что она будет полная. Хотя не факт, сейчас же я неаккуратно сложила, но я думаю, что ей понравится. Очень хочется посмотреть на ее реакцию, и обязательно сброшу вам ссылочку, когда она получит, поэтому не пропустите. И любую девочку вы сможете найти, ну, в общем, наших блогеров, которые мы устраиваем каждый год, это, кстати, уже второй год подряд, по хэштегу «Самый новогодний обмен».